Переезд не за горами. Это весной должно завершиться строительство нового здания пенсионного фонда. Стройка началась еще в декабре 2011 и по контракту должна была завершиться в марте прошлого года. Однако в срок уложиться не успели. Причиной, по словам подрядчика, стал несоответствующий строительный материал, который пришлось заменить, а также отсутствие нужного числа рабочих. По новому контракту срок завершения работ намечен на конец марта текущего года. Сегодня ведутся отделочные работы внутри здания, а также строительство въезда в подземный гараж. Затем начнется благоустройство прилегающей территории, после чего сотрудники всех отделений ПФР Братска переедут в новое здание. Расположено оно на улице Комсомольской, дом 42А. Переезжать мы намерены тоже, если в марте будет объект готов, начнем потихонечку переезжать, потому что 6 зданий, и все это совместить, разложить, ну, довольно, и чтобы принимать одновременно население, это кропотливая работа, поэтому я думаю, что к июню мы уже должны быть в новом здании.